И снова приветствую всех в уголке любопытного геймера. Это продолжение прохождения игры Dark Souls на ПК. И мы с вами находимся все еще в дополнении. Арториас уже убит. Открыт путь в башню, где заперт великан. Найден срез на нижние уровни, но я так понимаю, там что-то самое суровое из того, что есть в игре, поэтому надо сходить, наверное, туда, где я еще не был. Стоп. А это кто? О, как. Что тут лежит? Какая-то... Какой-то кусок слизи. You. Is that not the soul of the man who fell on this spot? He was a dear friend. I wish to pay proper respect with that soul. Would you be willing to part with it? Да, забирай. Thank you. You are very kind. Please take this. I no longer need it. Интересно. Вроде бы это неплохие штучки мне сейчас выдали. Золотой след, в частности. Это ведь кинжал, это не меч даже. Хотя нет. По длине вроде. Неплохой, неплохой. Так. Ну, конечно, не прокачан совсем. Темный серебряный след. Да. Сравнение не идет. Так, ну ладно, что у нас? Да, я решил все-таки побегать в этом доспехе. Это уже тяжелый. Но я разницы не наблюдаю, потому что на мне кольцо Хавела. Вот. А, как говорится, если нет разницы, зачем иметь меньшую защиту? Все-таки обидно немножко за сет Арториаса. Он такой классный, внешне я имею в виду. При этом у него такие слабые характеристики. А, да, вот там. Я все вспоминал, где же спуск вниз. То есть здесь я хотя бы еще в саду темных корней. Пойдемте туда. Ну, так, что тут, проклятие, что ли? Какие-то темные штуки. А, нет, это вроде не проклятые, да? Это просто... Что это? Изведанная гадость. Так, а ты изведанная гадость. Это бобики какие-то. Ох, нифига, какие шустрые. Ах ты, падла. Со спины еще один подошел. Что они кидают, отравление? Или, наверное, кровотечение? Интересно, велик ли урон от них? Угу. Ничего серьезного они не охраняли. Так. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Что у нас здесь? Все по 70, этот 72. Паучий щит. Давайте паучий. Давно с ним не бегали.
Видок, конечно. Хотя нет, ничего, нормально смотрится. Я помню, у каменного доспеха на шлеме вот этот вот гребень, он обломан был. Что, тут какие-то и какая-то лесозаготовка. Вот интересно, кто все это рубит. Здравствуй. Ты кто вообще, собака или динозавр? Вас тут типа до хрена, что ли? Ну что тебе как плющит-то? Иди сюда. Фига себе, что это меня как развернуло. Ну ладно. Что тут у нас? Нужно друг. Если друг оказался вдруг. И не друг, и не враг, а так. Ой. Дракон. Ну ладно, допустим. Я вижу уже там куча трупов валяется, да. Это как бы намекает. Не могу я его прямо отсюда так. Из лука. Оп-оп. Нет. Бум. Чё? Леопольд, выходи. Выходи, подлый трус. Руби дракон тут. А-а-а. Стой. Ни хрена себе. Он так всегда будет делать? Чего я не могу залезть наверх и стрелять в нее из лука? Он прячется, скотина, да? Не, он хорошо, конечно, палил. Ладно, чё. Пойдем убивать. Много ли у меня вариантов-то? Давай, конечно. А! Да. Ну ладно. И как тебя бить? А, да. Храм огня. Так. Есть вариант. Так, где там у нас был? Поселок Калачиль. В общем, умные люди говорят, что просто так с ним связываться нельзя. Умные люди говорят, что надо попросить помощи у того великана. Но, собственно, есть смысл просить у него помощи, потому что иначе от него никакого толка. Он же не кузнец. Я сначала думал, что он кузнец, а он нифига не кузнец. Ну ладно. Нет, я, конечно, молодец, я выдержал аж целых две волны. Ну, почти выдержал вторую. Этот лук, он тут оказывается не напрасно. Да. Yes.
Ferocious dragon indeed, even mighty Annalonda dared not provoke his ire. I see little good coming from this, but thy intent is to persevere to the bitter end. Это точно. Мы будем сражаться до конца. Good, good. What is bravery without a dash of recklessness? I've taken a liking to thee, and I owe thee much for thy service to Artorias. Now, watch, and see how Goth hunts dragons. For a good spell. The rest is in thine hands. I await good tidings. Ah, dragon slaying. Knighthood's highest calling. Я в восторге от этого чувака. Он ведь не видит. Ты ведь слепой. Взял так вот слепую и просто завалил дракона. Нет, ну, не завалил, конечно. Каламид жив. И надо теперь его добивать. Ну что ж, добьем. Окей. Нет, ну все-таки очень полезная штука, кольцо Хавела. Без нее я и не знаю, это было бы очень не круто. У Арториаса теперь есть могилка. Ну хорошо, он молодец. Я не особо большой знаток лора, ну в смысле истории игры. Такого, как бы сказать, контекстного сюжета. Самого сюжета здесь как бы нет, здесь все происходит уже постфактум. То есть после того, как все уже самое главное произошло. Вот, но тем не менее. Арториас, он считается рыцарем, который, дескать, не побоялся ступить в бездну и там типа всем навалял. На самом деле, Арториас никому там не навалял. Ну, то есть, может, кому-то и навалял, но ему пришлось хуже. Так, собак, нет, не нарывайся. Да, конечно, ну. Ой, вот ты прям, все, молодец теперь. Куснул меня один разок. Да какой друг, зачем? Интересно, с другом, давай. Должен же я его завалить сам. Но это не значит, что я не попробую его расстрелять отсюда. Где ты там бродишь-то? Ну, блин, конечно, нельзя, да? Слишком высоко. Это реально слишком высоко, или я смогу, допустим, залезть обратно? Да. Вот так вот, если обратно, так оп-оп-оп-оп-оп-оп. Кстати, я там еще на уступчик что-то видел такое. Светящиеся, нет? Да, выполз.
Ну, гляди. Ах ты! Ага, понятно. Такой фокус тут не показывает. Об этом разработчики позаботились. Хорошо. А позаботились ли разработчики о другой фиготе? Сейчас мы посмотрим, насколько я могу быть изобретательным в своем желании расстрелять дракона из лука. Или же мне все-таки придется драться с ним в ближнем бою. Все-таки дыхание у него. Что ты жрешь, дракон Каламит, что у тебя так воняет изо рта? Ну, барбосик. Очень похоже на собак из локации глубины. Ну нет, это было креативно, согласитесь, он так напал. Нужно удобство. Что интересно хотят такими фразами сказать люди, которые пишут сообщения. Так вот, хитрость. Я хочу хитрость. Здесь вот есть уступчик, да? Ага. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Там была ящерица. Итак, этот ублюдок не покажется, пока я не спущусь на самый низ. Никак. Не хочет, да? Мое желание попробовать это очень сильно. Ай. Ты зараза, я и босс не успеваю. Я просто не успеваю добраться до туда. Хороший троллинг, встретимся на месте. Итак, снова мы оказываемся здесь. Нет, тут слишком далеко, конечно, бежать до этого места. Уходит. Ну ладно. Слишком далеко. Не знаю, зачем я это делаю. Ладно. Будем биться по-честному. Ну, то есть не по-честному, конечно, потому что это долбанный дракон против какого-то чувака, закованного в железные тряпки. Давай. Опа. Так вот. Да блин.
Он может и так, да? Да блин. Так. Тихо. Тихо, рыбка моя. О! Как далеко-то, а? Ау! Ну? Ни хрена себе комбо. Ау. Достал меня. Не топочись. Ай! Что ты со мной делаешь-то? Ё-моё! Какую-то дрянь на меня повесил. Подождем, пока она спадет. Давай, падай, дубак. Ау. Почему у меня нету золотой смолы? Нету. А, блин, он руки. Надо, блин, следить за лапами, за передними. На себе вот этот ударчик. А, блин, сволочь. Какого дьявола у меня золотой смолы не было в этом в инвентаре? Вот про это я совсем что-то забыл. И надо внутреннюю силу тогда фигарить. Ладно, это была первая попытка с изучением повадок. Так, ну что? Еще разик.
птица. Ах, попал. Ай, ты бестия нехорошая. Ай, да блин, я же вернулся. Гаденыш, а? Да, блин. Да что тебе, а? Ёкарный бабай. Падла. Какого хрена? Тебе. Отлично. Кольцо бедствий. Что ж. Фух. Это был нехороший босс. Невидимый глазу дракон летает в небе высоко. Да, высоко. Хрен, тут еще скажешь. Давайте поднимем наш труп и отнесем его, и похороним его. Он поднял свой труп и понес его хоронить. Так, наверняка там что-то есть. Я уже вижу, что там что-то есть.
непростой босс был. То есть, я не знаю, если бы я, допустим, пришел сюда не настолько вот просто, как сказать-то, если бы только Соколиный глаз был здесь. Большая стрела глуха. Ну, то есть эти стрелы, они для чего-то нужны, и я так понимаю, что его можно, в принципе, убить самому. Ну, я хочу сказать, без помощи Гоха. Вот, но... Я так понимаю, вот этот вариант прохождения, он такой классический. Окей, с этим разобрались, теперь нам остается только идти в недра, опускаться в глубины, что-то там должно произойти. Нет, непростой босс, если бы у меня не было вот этих вот огромных страшных доспехов. Кстати, а что за кольцо? Что? Кольцо, зачарованное оранжевым глазом каламита, удваивает урон, который получает его владелец. Бесполезное кольцо, которое никому не нужно. Лучше держать его спрятанным. Это для хардкорщиков. Для тех людей, кто любит боль. Кстати, что-то мы как дураки ходим ногами, если у нас есть косточка возвращения. Да. Итак, нам надо передохнуть, получить уровень. Ну вот как раз здоровье до 30-ки догнали, как я и планировал. Так, и теперь отправляемся в поселок Алачиль. И на этом завершаем нашу очередную серию прохождений. Дальше будет уже спуск в недра, в пустоту. А пока прощаюсь с вами. Ждите новых серий. Спасибо, что смотрите. С вами был, как обычно, любопытный геймер. До связи.